Всем большой привет! Давайте распакуем сегодня пару посылочек. С сайта AliExpress, конечно же. Вот эта посылка была отправлена 4 июля. 4 июля она была отправлена, но пришла вот ко мне только сейчас, потому что у нее поменялся трек-номер. И очень долго я ее не могла получить, потому что очень долго и до сих пор, сегодня у нас какой август? Сегодня у нас 25 августа, до сих пор мне не принесли на нее извещение. Это вот такой вот простой бублик для волос. Как им пользоваться, я думаю, все девчонки уже знают, что сюда нужно куда-то волосы накручивать. Я сама не пользовалась такими еще бубликами. В принципе, да, интересно. Здесь вот все нарисовано, как нужно делать. Но я думаю, на сайте AliExpress тоже это можно найти. Просто пропускаем волосы через бублик и накручиваем на него. Можно, наверное, даже вот так вот его крутить. Он достаточно прочный на вид, такой толстенький, мягонький, сделан, по-моему, достаточно прочно. Не думаю, что он сразу развалится, и стоит он тоже стоил недорого. Ну что ж, тут особо описывать нечего, поэтому открываем мы вторую посылку. Я даже не ожидала, честно говоря, что мне выдадут какие-то посылки на почте, но вот мне их выдали. Здесь вообще ничего нет от даты отправления, только пришло 17 августа написано. Ремешок, что ли? Да, ремешок. Тогда, значит, это тоже уже очень долго было. Очень давно мне отправлена эта посылка. Потому что, а может и не очень, в общем. Не очень быстро она пришла. Это такой вот ремешок. Такой он длинный. Вот такой вот ремешочек черненький, черного цвета. Сейчас я посмотрю его с краешек, пожалуй. Так он пахнет, неприятно пахнет. Извините за шуршание, сейчас немножечко сниму эту штучку, сниму пакетик верхний. Ну вот видно, что он такой вот лакированный весь сверху, а с этой стороны нет. Естественно, не знаю, из чего они его делают, тут такие необработанные все края. Не знаю, может быть, на пару раз надеть он будет и ничего, нормально. Такая вот бляшечка здесь большая. Конечно, нужно подбирать, с чем вы можете надеть такой ремень, допустим. Но для нескольких раз, в принципе, пока он там не облезет и не потеряет свой красивый внешний вид, надеть его можно. Ну, конечно, вот в чем пахнет он неприятно, какой-то такой, знаете, сыростью, сырым подвалом, неизвестно, где его делали. Вот, но выглядит нормально, по крайней мере, сейчас. И кто умеет носить такие вещи, то, в принципе, можно заказывать, подойдет. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока, до новых встреч, до новых видео. Ссылки будут под видео.